Друзья, такое скопление во дворе, это мы выпускаем собак побегать. Мы сейчас открыли 4 вольера, вот они поносятся немножко, потом опять забегут. Здесь вольеры открытые, там вольеры открытые, там вольеры открытые. Чтобы немножко размяться и ножки, скажи, да, размять. А заодно и дружить, чтобы никого не обижать. Да-да-да. Вот, пусть привыкают дружить все. Вот такие у нас дела, ребят. У нас все нормально, у нас все хорошо, у нас все замечательно. Вот, а Боримора пошла спряталась в будку. Вот туда. И ты моя красавица. Вот такие у нас дела. Так что все у нас нормально и хорошо. Ах да, для тех, кто говорит, что у нас здесь, оказывается, посреди двора скотомогильник. Вот, я просто хотела бы, чтобы этот человек пришел и ткнул мне пальцем, где у нас может поместиться скотомогильник. Если у нас не хватает места даже, чтобы самим разместиться. А, вот скажите, да, мои хорошики? Эй, красавчики мои, момин красивый. Да-да-да, гуляет. Второй инвалид наш, да? Моя девочка, которая ходить не может. Вон, видите, как она стоит? Во дворе у меня инвалиды и старушки. Слепые. Вот слепыш мой. Да, Майка? Все мы пошли погулять, скажи, мои хорошие. Да-да-да. А здесь, если будет дождь, можно спрятаться. Все хорошо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас кошарики. Новая семейка с мамой, детки. Вот такие маленькие у нас детки есть. Да-да-да, кисуни мои. Да-да-да, с мамой. С мамой 5 котят. Вот такие симпатичные. Такие симпатичные дети у нас. Дети, дети, куда вас подеть? И мама красивая. Да, здесь у нас кошачье царство. Но это чисто для семейки, для мамы с детками. Здесь у нас тоже все нормально. Да, ребята? А где наш старичок из подвала? А где наш старичок из подвала? Высуни мордочку, красавчик. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда, мое солнышко, иди. Так, не хочет. Ладно, потом его достанем. Тихо, детка, дай мама закроет. А здесь у нас детки наши. Здесь у нас наши детки, тараканы наши. Да-да-да. Тех, которые постарше, мы отсадили. Да-да-да, мои хорошие. Остальные спят в будке. Эй, вылезет кто-нибудь из будки сейчас? Сейчас с будки вылезут. Куть-к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 уть. Что, мои тараканы? Два малыша у нас тяжелые, они кашляют. Вот, двух мы малышей сейчас забрали, они у нас в ванной, они кашляют. Остальные, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально, да? Вчера мы сделали им прививочку, и вот сейчас наблюдаем. Так, все, побежал, побежал, побежал. Все, холодно, ребята, сегодня у нас холодно. А в будочке тепло, там шуба с мехом, да? Ну все, бегите, малыши. А это просто порода какая-то мелкая. Очень мелкая. Они мелкаши, хотя им уже по 2 месяца. Да? Вот этим малышам по 2 месяца. Но они очень маленькие у нас почему-то. Ну, все у нас будет хорошо. Все будет замечательно.